Итак, вот она, эта лампочка. Сейчас мы ее зажгем. Ой, извините, это не та лампочка. Нет, вот эта лампочка. А также можно ее в такой светильник закрутить. Она будет превосходно работать. Этот светильник можно изменить направление. Не правда ли забавный? А как она будет светиться в темноте? Так, красителя будем добавлять немножко. Хорош. Две капельки красителя. Итак, принес стакан, перелью сейчас сюда. Аккуратно, все здесь перемешаем. Мы отца полезовки. Перелью перед смотрим. Да, там пузырь, 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 пузырь. Да, перемешаем, так, чтобы не было. Так. Ой, так много. Так. Вот такой фен. Домашний. Так. Так, ровно стоит. Фуфочка. Заливаем. Заливаем, заливаем, заливаем. Чтобы все хватило, чтобы все хватило. Черт, блин. Так, выну палочку. Так, надо размешать. Нормально размешалось, сетка светится, прикольно.
Итак, поехали. Установлено на 4 зубец. Здесь подшипник. Ровного еще точить и точить. Итак, друзья, многого я вам не показал. Пришлось менять ножи, поставить свой подручник. Третья рука. Вот он. Здесь закреплю. Так. Весь выносил мусор уже раз, так 50. Все это под ногами, все это здесь на груди. Вторую камеру сейчас убрал. Надо закончить задник. Потом, может быть, оттащу немного заднюю бабку. Проточу там круг. Здесь нужно будет сужать. Это все постараюсь показать. Но много, конечно, снимать не могу. Поехали. Вот такой тормик. Чуть-чуть в сторону. Включил. Чуть-чуть рукой. Нанес чуть-чуть рукою. Раз. А потом взял такую рукавицу.